Смотри. Так, читай внимательно. Дворе Белоруссии. Так, подожди. Еще ближе стану. Чекаю я. Не, я снимаю только рекламу. Двери Беларуси. Официальный представник. Вот во Франкиске здесь есть, оказывается, офис «Белорусские двери», которые делают... Вон там офис. А, вот здесь и офис, кстати. Вот он. Даже у них машина стоит монтажная. Вот они вот ложат эти двери в эту машину и едут монтировать эти двери. Представляете? Классный офис. Че, люди нормально открыли офис. Все, у них зубр везде тут наклеен по всему этому. Молодцы. Ну, тоже есть белорусский бизнес в Западной Украине. И что? Все нормально. Не только продают бензин, нафту. Оказывается, еще двери продают. Вот так.